Сегодня каждый из нас немного диетолог. Мы обращаем внимание на калорийность пищи, на ее состав. Стараемся не забывать основные принципы здорового питания. Если проблемы лишнего веса нет, значит мы думаем, что все идет правильно. Правда заключается в том, что некоторые продукты, которые мы считаем полезными и стараемся употреблять чуть ли не каждый день, на самом деле с учетом индивидуальных особенностей могут оказаться вредны. Как понять, что в нашем рационе действительно полезные для нас продукты? Выделяют всего 5 признаков того, что наш план питания нуждается в корректировке. Постоянное чувство усталости. Вы едва успели позавтракать и отправиться на работу, а уже чувствуете себя утомленным. Ближе к обеду ваши запасы энергии на нуле, а после обеда вам необходимо сделать несколько перекусов, чтобы энергии хватило до конца рабочего дня. Такое перманентное чувство усталости может быть вызвано продуктами, которые проходят длительную термическую обработку. Сюда относятся не только полуфабрикаты, но и домашние блюда. Тот же эффект дают продукты с высоким гликемическим индексом. К ним относятся все кондитерские изделия: мед, финики, цукаты, некоторые сухофрукты и фрукты. При употреблении таких продуктов уровень сахара в крови резко возрастает, а через короткое время также резко падает. Это как раз и приводит к тому, что вы не чувствуете себя ни бодрым, ни сытым уже вскоре после перекуса. Плохое состояние волос. Ваш пищевой рацион может по-разному влиять на состояние волос. Фактически, это один из самых явных индикаторов того, насколько вам подходят или не подходят продукты. Если вы стали замечать, что волосы слишком тонкие, хрупкие и лишены блеска, это сигнал. Сигнал того, что привычное питание не совсем приемлемо для вашего организма. Возможно, в рационе дефицит белка или железа. Если же волосы обильно выпадают, то следует посоветоваться с врачом. Возможно, следует разнообразить обед и ужин продуктами, богатыми витаминами В12, фолиевой кислотой или жирными кислотами. Подавленное состояние. Это может показаться странным, но в вашем ежедневном рационе присутствует немало продуктов, которые способны вызвать чувство тревожности и подавленности. Все зависит от того, сколько и как часто вы их употребляете. Если утром вы завтракаете не дома, обедаете бутербродами и частенько ужинаете пиццей, то вы просто лишаете свой организм такой важной жирной кислоты, как омега-3. Если в вашем рационе преимущественно обработанные продукты со всяческими добавками и консервантами, то мозг фактически голодает. Чем больше фастфуда и полуфабрикатов в привычном рационе, тем более подавленным вы себя будете чувствовать. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вы долгое время придерживаетесь низкоуглеводной диеты, то у вас тоже повышается риск развития депрессии. Имейте это в виду. Проблемная кожа. Нашу кожу не зря называют зеркалом здоровья. Когда питание вам не подходит, организм сигнализирует об этом кожным зудом, высыпаниями, истончением кожи и преждевременным старением. Причин подобной реакции довольно много, начиная от дефицита микроэлементов и витаминов и заканчивая недостатком полиненасыщенных жирных кислот. Причиной может быть также обилие жареной пищи или продуктов с низкой питательной ценностью. В этом случае лучше всего посоветоваться с терапевтом или дерматологом на предмет грамотной коррекции диеты. Частые простуды.
Сбалансированное количество витаминов, минералов и питательных веществ в рационе – одно из главных условий для создания крепкой иммунной системы. При здоровой диете иммунная система достаточно быстро и эффективно сопротивляется различным заболеваниям. Но если вам слишком часто не здоровится, то скорее всего это сигнал о том, что телу не хватает топлива, необходимого для успешной борьбы с болезнями. Так исследователи обнаружили, что состояние пациентов, жалующихся на частую заболеваемость, практически кардинально менялось к лучшему после замены некоторых продуктов в привычном рационе на пищу, богатую важными питательными веществами. Берегите себя и будьте здоровы!